Знаете, в жизни каждого человека наступает тот самый момент, момент выгорания. Вроде тебе и нравится заниматься этим делом, играть на этом сервере, а вроде уже и нет. В таком случае у нас есть только один выход. Так, а что ты хотел? Хотел рассмотреть мое предложение еще раз? Да, я обдумал все и понял, что нужно двигаться вперед и узнавать что-то новое. Ясно, ясно. Я знал, что ты придешь. Держи билет на самолет, я его уже оплатил. Прилетишь примерно утром. На выходе скажешь, что ты от Ковалевского, они поймут. Ну все тогда. Спасибо за помощь. Добро пожаловать в мой дом, дорогой друг. Увидимся. Извините за хлебайт. Привет, друг. С тобой Эван. Мы начинаем наш новый путь на новом сервере Мой Дом РП. Да, уже смотра немножечко приелась. Это однообразность. Поэтому я как-то решил разнообразить свой геймплей, свою жизнь, свой канал новым модом и новыми тачками и картой. Поэтому я решил зайти на Дом РП и поиграть тут. В начале развития, чтобы вам было интересно смотреть, а мне было интересно играть, я поставлю себе глобальную цель. Это топ-20 Forbes за год. А выйдет у меня это или нет, смотри на моем канале. Поэтому подпишись и нажми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А в этой серии мы познакомимся с сервером, да и проведем конкурс в конце. Смотри до конца, чтобы не пропустить ничего. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его в панель F2 промокоды большими буквами и получай 100 тысяч рублей после того, как отыграешь 100 часов на сервере. Как вы поняли, моя цель — это за год достигнуть в топ Forbes данного сервера. Я же надеюсь, он есть, а он есть вроде. Поэтому как мы будем развиваться, как мы будем зарабатывать, вы можете смотреть у меня на канале. Поэтому подписывайся. А первый шаг, что нам нужно, это пройти квест, а ведь у нас на руках всего лишь 300 рублей, нам даже вот на ту кружечку I love Los Santos или чипсики Lay's там или что-то, даже на них не хватит. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это сделать все начальные квесты. Да-да-да. Так, что он хочет? Предлагает вам обмен. Давай. Клим Эскобар, понимаю. Черный рюкзак. Нафига себе, просто так? Давай. Ой. Все, спасибо большое. Охереть, ну... Просто три штуки. Теперь у нас есть рюкзак, куда его закидывать. С рулетки повыпадал. Понял, удачи. Ебать, мы только зашли, уже как бы портфели раздали, охереть. Пацаны, добро править миром. Начальные задания. Так, я так понимаю, это какая-то леди. А, для открытия, так, нам надо арендовать мопед, да? Мопед. А где мопед арендовать? Вот где-то вот здесь, я так понимаю. Оп, аренда скутеров. Выбрать скутер для аренды. Давай, погнали. А, ну, 200 рублей, пофиг. Хоть у нас 300 всего лишь, но пофиг. А получите лицензию на вождение. Самое время получить лицензию. Ну, погнали. Ебать, карта такая охеренная. Прям до боли знакомая, но только в GTA 5. Это очень круто. Так, я понимаю, это стрелочку вверх. GPS, важные места, автошкола. Все, метка у нас установлена. Так, как закрыть телефон вот так. И поехали. Ебать, нам в Патерево нужно ехать. Охереть. На мопеде. Ладно, встретимся там. Ну что, пацаны, мы подъехали к автошколе. Где-то припарковать наш скутер, чтобы его не угнали. Вечная проблема сампа. Лицензия на вождение. Автомобиль. 50 рублей всего лишь? Так дешево, серьезно? У вас нет лицензии на вождение, ваша скорость будет ограничена. Так, пристегнуться надо обязательно. Погнали. Красная копейка на автошколе, где-то я уже такое видел. Вот с такой погодой вообще выглядит очень охеренно все. Все, мы сдали на права. В нашем большом городе есть множество мест, которые стоит побывать. Самое время посетить основной из них. Купить гамбургер, съесть... За это нам все дадут 1000 рублей. Ну, погнали. Пацаны, здесь работа пожарника есть. Смотрите, как это реализовано офигенно. Не, ну столб был не лишним, кстати. Так, пацаны, мы приехали к ушастому. Так, следующее, это тату-салон, тату-студия, и они сделали даже такой интерьер из GTA 5, блин, это офигенно. Парикмахерская, блин, Ольга, прикольно сделано именно при доме на первом этаже. Хераси, Ольга, фигаси.
стрижка армейская, на бок, под ноль. Блин, прикольно. Вам был выписан штраф в размере 1100 за превышение скорости. Блять, на мопеде, чел. У меня 750 рублей, и мне штрафа на косарь. Охренеть. KFC, KFC, давай, пожалуйста, нам. Гамбургер, сколько он стоит? 64 рубля, нормально. Это сделали. Теперь надо его еще съесть через инвентарь. Бац, бац. Вот так. И теперь отправляемся в Южный. Не знаю, кому как, ребята, я прям реально, я играю и кайфую от того, что это карта КРМП на движке GTA 5. Это дома охеренные. Но пока что нам еще сюда рано. Очень рано, я бы сказал. Так, мы подъезжаем к священнику. Он находится в такой жопе, если честно. Почему это не священник? Это как будто, не знаю, две беседки и просто место для церемонии на свадьбу. Пожениться. Понял? То есть священник только для того, чтобы пожениться, я понял. Так, ребят, мы подъезжаем к последней точке данного квеста. Ебать, Вин Дизель залетел, конечно. Это мэрия. Здесь стоят такие вот 222, А6, Камри. Здесь белый, здесь черный, офигеть. Так, куда нам сюда? За паспортом, да? Покупка лицензии здесь. Здесь можно купить лицензию, офигеть. Консультант, давай консультанту. Трудоустройство, объявление, купить номерной знак, создание общества. Да, это, короче, лям надо на семью. Заработать 3000 рублей на одной из начальных работ. Компания, электрон или строительная площадка. А, кстати, да, у меня имя Павел Дикий. Если что, можете оставить себе Дикий фамилию тоже. Вообще, лицензии почем? Охота 30 тысяч, рыбалка 30 тысяч. Какая самая ближняя сюда работа? Электрон, все, я манал далеко ехать, типа. Мне уже надоело, я всю карту переехал на этом мопеде. Так, пацаны, мы приехали на компанию Электрон, здесь вертолеты. Ну что-то, короче, на мажорском, поэтому погнали, устраиваемся на работу. Надеюсь, здесь сложно не будет, такой стильный лук нам выдали. И что нам, коробки тащить или что-то будет? А, схема все-таки, да. Как раньше было, мега непонятная херня, но сейчас будем разбираться. Короче, на логику эта херня. Во, все, идеально. Так, я немножко уже поработал, надеюсь, 3000 я уже заработал. Закончить работу. Получается, а сколько я заработал, фиг его знает. Монотонная работа убивает. Заработать 3000 рублей на одной из начальных работ. Доставка пиццы или ферма? 1500 и 3 XP. Ну погнали. Где ферма, а где доставка пиццы? Вы хотите пиццы? Я хочу пиццы. Ферму я нашел, окей. А доставка пиццы? А доставка пиццы находится вот здесь, поэтому мы едем на пиццу. Только не говорите, что этот чел, это и есть доставка пиццерия Парвес, окей. Я тут вижу только слоёный пирожок. Ладно, начинаем работу. Вы начали работу доставщика пиццы, возьмите мопед. Все, взял скутер, значок Радмира, я понял. И теперь нам нужно ездить по меткам. Метки хотя бы недалеко. Блядь, такой жопе метки, лучше бы я, пацан, на ферму ехал. А мне еще 3000 надо заработать, а за раз я 3000 вряд ли получу. Да еще время идет. Да у меня еще нету лицензии на мототранспорт. Этот мопед считается как мототранспорт, и я еду 40 км/ч. Ладно, пацан, 2 вот этих заказа довезу и отправляемся на ферму. Ну его в сраку, и вам это тоже рекомендация такая вот. Ну, блядь, ну почему? Ну почему, сука? Я выжил? Дайте мне роль Ди Каприо, пожалуйста, потому что я реально уже поверил, что я сдох. Так, мы приехали к первому дому. Взять пиццу. И сюда. Так, дом, подожди, дом нам не надо. Осталось 4 коробки. Второй домик. Ну, алло. Взять пиццу. Отнести. Все, поехали сдадим, посмотрим, сколько мы заработаем. Хорошо, что наш мопед остался. Закончить работу, сколько нам дадут? 2800. Ладно, пацаны, без Б. Еще один заказик можно отвезти. 40 км/ч помучиться. Ладно, поехали еще раз. Так, все, забирай свой мопед. Я уже наработался, мне уже это надоело. Я хочу уволиться. Давай, пиццерия, пока. Заработали 2800. У нас уже 15 тысяч. В принципе, список Forbes уже достаточно близок, где он. Всего лишь нам надо хотя бы 180 миллионов. 1 миллиард? Ебать.
Ну, пока. Ну что, ребята, нашел очень интересную менюшку, чем вам заняться, когда вы выполнили все квесты. Нажимаем F2, нажимаем, ну конечно, можете приобрести боевой пропуск и здесь как бы чилить, но нет. Нажимаем задание, и здесь вот есть задание, за которое можно также получить деньги. Например, даже ежедневную рутину можно получить 30 тысяч. И после того, как вы выполните, получите много денег и ближе станете к своей мечте. Так, пацаны, заработал на электроне еще 3600, заканчиваем работу, и нам еще за задание электрик дали 3000, идеально. Так, мы еще выполнили задание по доставке пиццы, нам дали 3000, и останется только однорукий бандит, охота, рыбалка, вот это все, которое я не буду делать, потому что у меня нету денег, и я не знаю, как это делать. Так, пацаны, и напоследок давайте заедем в автосалон, посмотрим, что же нам здесь доступно. Надеюсь, это не самый мажорный. Но это, скорее всего, так и есть, да. Короче, еще очень много надо денег зарабатывать. Очень. Зато здесь болит дешевле, чем на этом, чем на смотре. Еще одна причина играть здесь. Так, ребята, я понимаю, это самый дешевый автосалон. А автопрестиж нет, это вряд ли. Или это так просто название. Что хотел сказать, что на данном сервере все автомобили из GTA 5. То есть на GTA 5 Радмире и на КРМП Радмире одинаковый транспорт, система, мод, просто другая карта. Но получается 600 тысяч еще до вот таких вот автомобилей мне очень далеко. Хотя бы E36 и E34 это тоже далеко. Поэтому начнем с какой-то E30, возможно. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видеоролик вышел. Обязательно поддержи его лайкосами. Напиши комментарий, как тебе данная серия, как тебе данный сервер, и играла ли ты на нем или нет. Если нет, то ссылочка есть в описании. Промокод Evan. Вводи, получай 100 тысяч. И играй вместе со мной, ведь здесь можно здорово разнообразить свою игру GTA 5. Также не забывай подписываться на мой канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и вкусного контента. В следующем ролике мы прикупим, скорее всего, свою первую тачку, ее затем. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Evan. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. Всем пока.